Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о признаках собачьего стресса. Собаки – животные, которые могут испытывать гамму эмоций от самых положительных до очень негативных. Как и люди, лающие временами бывают подвержены стрессу. Среди самых распространенных причин собачьего стресса – громкие звуки, переезд, общественный транспорт, путешествия, приемы ветеринара, неудачное общение с другими животными. Как понять, что собака испытывает стресс? Чем обычно характеризуется такое состояние питомца? Давайте подробнее рассмотрим основные признаки собачьего стресса. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. Нервозность – первый признак. Если ваша собака суетится, не может усидеть на месте, постоянно ходит из угла в угол и никак не может успокоиться, она абсолютно точно испытывает стресс. Часто в состоянии такого беспокойства животные еще начинают себя вылизывать и вычесывать до проплешин. Гиперактивность собаки – второй признак. Если ваш питомец ведет себя чрезмерно активно, внезапно начинает лаять, постоянно просит внимания к себе, стоит проверить его состояние у специалиста. Возможно, собака такой гиперактивностью пытается указать на какие-то проблемы со своим здоровьем. Расстройство выделительной системы – третий признак. Неконтролируемое мочеиспускание и диарея могут свидетельствовать не только о проблемах с пищеварительной системой у животного, но и о том, что собака переживает сильный стресс. Повышенное слюноотделение – четвертый признак. Если вашей собаке не свойственно пускать слюну, если повышенное слюноотделение появилось у нее внезапно, стоит забить тревогу. Вполне возможно, что ваш питомец переживает сильный стресс, и ему необходима помощь специалиста. Очень часто в таких ситуациях повышенному слюноотделению добавляется еще и тяжелое дыхание. Апатия – пятый признак. В большинстве случаев вялость у собак свидетельствует о каких-то проблемах со здоровьем, в том числе и психологических. Если вашего питомца ничего не интересует и он имеет понурый вид, скорее всего, он испытывает серьезный стресс. Заметив перечисленные признаки у питомца, обязательно покажите вашу собаку специалисту. Он сможет определить, что конкретно вызвало у вашего животного стресс, и назначить правильное лечение, которое избавит вашего лающего друга от напряжения и беспокойства. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!